Городские власти приступили к решению проблемы жесткой воды в Куйбышевском районе. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко встретился с инициативными жителями и поделился планами. В микрорайоне построят 2 новых водовода диаметром 1000 миллиметров. Вода будет доставляться с насосно-фильтровальной станции номер 2. Сейчас проектирование будет идти за счет инвест-программы СКС. Вторая тема, значит, губернатору мы готовим предложение, оно попадет в чистую воду, программа федеральная. Городские власти планируют, что около года уйдет на проектирование объекта. Уже осенью планируется провести торги по выбору проектировщика. Еще около 2 лет потратят на строительство водопровода. Еще раз подчеркиваю, дорожная карта уже по реализации этого проекта готова. Предпроектный договор, мы деньги за счет СКС начали делать. Сейчас в Алгарь поступает вода из подземного источника. После окончания строительства водопровода скважины планируют законсервировать. Они будут служить резервом. Благодаря тому, что трубы будет 2, в случае ремонта одна сможет временно заменить другую. Константин Поколодин, член общественного совета микрорайона, говорит, доволен решением проблемы. Даже перед встречей вот были сроки не 23, а 24 год, и это уже многих успокаивало. О том, что еще на год раньше, то, ну, это всего 2 года, это они пролетят как один день. Вода высокого качества в домах жителей микрорайона Волгарь должна появиться в 2023 году. Елена Малютина, Василий Колдашов. События.